Дождевые этапы гонок на выживание по праву считаются самыми зрелищными из всех. В таких условиях на трассе важную роль играет именно опыт пилота. Ведь трек превращается в месиво из грязи, где так просто застрять в повороте или вовсе забить шины. Седьмой этап гонок на выживание прошел в рамках антинаркотического месячника. Принять участие в заездах решили 10 пилотов. Ну, фаворит есть, который две последние гонки выиграл. Это Колобков Константин, видновчанин, сотрудник дорсервиса. Вот, он фаворит. Посмотрим, как в сегодняшних условиях сложится гонка. Последние два этапа, победные для нашего земляка, проходили в солнечную сухую погоду. Поэтому как завершится гонка для номера 76, до последнего не было известно. Небольшая ошибка на трассе могла стать роковой. Делаем эксперимент с резиной. Еще один заезд остался до отборочной. Ну вот надо сейчас определиться, на какой резине поедем в финал. Финал, я думаю, мы уже попали. И Константин не подвел своих болельщиков. По итогам отборочных заездов он набрал больше очков, чем другие пилоты. Тем не менее, зрители отдавали предпочтение не только фавориту гонки. Немало болельщиков приехали поддержать спортсменов из Домодедово. Здесь мои товарищи выступают, родители товарищи, так сказать. Ну, я как-то подвязан в этой теме, помогаю. За кого-нибудь болеешь сегодня? Да, 89-й номер Даниил Глухов и 150-й Юлия Соколова. Я приехал сюда на гонки, чтобы следить, как Даня едет. То есть ты давно за него болеешь, да? Да. Прямо рядом с трассой находится и закрытый парк. Здесь машины ожидают вызова на старт. Однако, как мы видим, не всем удается в итоге на него выехать, ведь повреждения между заездами устранить удается не каждому. Для Евгения Галахова седьмой этап превратился в 33 несчастья. Второй отборочный заезд пилоту пришлось пропустить из-за поломки машины. Команда номера 33 смогла выпустить болид на трассу лишь к следующему, но пилот не смог пересечь финишную черту. Застрял в грязи. Технические проблемы, нужно стремиться к идеалу, делать лучше, лучше. Но техника дает сбой, что не идеально, будем исправлять. Тем не менее, для Евгения этот сезон первый в качестве участника гонок на выживание. Неудачи лишь мотивируют пилота совершенствоваться. Тем более в непростых погодных условиях к победе уверенно шли более опытные коллеги. По итогам финального заезда третью победу подряд одержал видновчанин Константин Колобков. Второе и третье места забрали Антон Рыжиков и Андрей Березкин. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.